Всем привет! С вами Виктория Диденко и ее цветы. Этот сюжет посвящен обрезке клеродендрума Томпсона. Вернее, продолжение видео. В одном из моих видео, которое называлось «Клеродендрум отрастает после обрезки», я показывала вот этот вот экземпляр, который стоял практически весь голый, без листвы. На нем, естественно, цветков не было. Были просто голые побеги и пару листочков, которые только начинали отрастать. С момента съемки, наверное, прошло около месяца. Растение все встает, растение уже все обросло листвой. Появилось много новых побегов и появляются первые цветы. В предыдущем видео я говорила о том, что не нужно жалеть растение в плане обрезки. Не смущаясь, можно стричь. И все будет с ним хорошо. Ну вот, доказательство своих слов. Я показываю растение, которое вот отросло. Значит, можно посмотреть, вот куча новых побегов. Вот видите, после обрезки, вот новые побеги, которые активно гонят растение. И первые цветы, которые появляются. Видите, прицветнички еще даже зеленоватые, еще не совсем белые, зеленцой. Тут они уже больше окрасились, то есть эти побеги появились чуть раньше. Вот уже у нас даже бабочки выстрелили из белых прицветников. Вот я хотела показать вам вот это растение, как оно хорошо отросло. Поэтому если у вас какой-то период растение стоит голым, не надо пугаться. У меня оно тоже стояло достаточно продолжительное время. Голая, без листвы, все нормально, придет время, оно отрастет. Причем сегодня уже 20 или 21 июля, вот, поэтому, нет, 20, вру, уже еще дня потеряла. 20 июля, то есть, по идее, после обрезки растение должно было проснуться чуть раньше. Ну вот у меня вот этот экземпляр проснулся чуть позже. Стоял такой ни живой, ни мертвый. Ну вот проснулся и зацвел. А вот рядом вы видите вот то второе растение, которое я показывала. На тот момент съемки у него все прицветники были белого цвета. Сейчас они стали вот такие сиренево-фиолетовые. Вот, собственно, что я хотела вам показать в этом сюжете. О том, что клеродендрум Томпсона прекрасно после нашей обрезки оброс листвой и даже зацвел. Ну, цветение только начинается, еще будут новые побеги вырастать, на них будут тоже грозди с цветами. Вот такой вот мой опыт. Еще мой опыт можно почитать на сайте pestik.net. Пожалуйста, заходите, читайте в заметках цветовода, там много информации. Также можно приобрести готовые растения, укорененные черенки этого прекрасного клеродендрума. Заходите в каталог продаваемых растений, смотрите, выбирайте, по Украине отсылаем. На этом буду заканчивать, всем пока!